Режим чрезвычайной ситуации объявлен в поселке Бея. Там возникла угроза подтопления частного сектора из-за ледового затора на местной речке. Для борьбы со стихией власти привлекли и тяжелую технику, и рабочих с бензопилами. Из-за сильных морозов в январе русло глубоко промерзло, и сейчас главная задача – расколоть лед, чтобы освободить путь для воды. В противном случае возникнет серьезная опасность для местных жителей. Река может подтопить подворье. Стоит отметить, что подобная ситуация в Бее сложилась впервые за последние годы. Эти работы закончатся только когда речка нормально потечет и не будет подтапливать. А так будет каждый день планомерная работа по мониторингу ситуации, где надо подсыпать, где надо прочищать.